Что делать? Что делать? Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Любая цель достижима. Дороги, живо! Где носят тишину? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи Северу, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Поры! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизни? Дальтаира? В Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Привет всем уважаемые подписчики, ну и конечно же привет всем зрителям моего канала, с вами Димка, и я продолжаю прохождение игры Кредо Ассасина Единство. Желаю всем приятного просмотра. Так, а вот и наша цель. Вы видели, какая рожа была у этого толстяка святоши? Ага, посинел как баклажан. Я думал, он лопнет от злости. Так, и теперь можно смело уходить. Ладно, я думаю, есть время обыскать еще одного. Ты проверил собор? Да, месье. Вход только один. Со стражей вопрос улажен. Ясно. После смерти Арпинона я не хочу рисковать. Вернется месье Север. Скажи, что я говорю со священником. Потом подойду. Так, ну что ж, куда он... Посмотрим, куда он отправится. И где еще? Здесь надо осторожно. Так, лучше уз... не надо, спасибо. Святой отец, у меня есть дела. Богу 10 идет. Кем этот Север себя возомнил? У вас нет выбора. Еще немного, и бунтовщики набросятся на вашу церковь, как саранча. Что ж, я все улажу с месье Севером. Следите за исповедальными. Хозяин не станет говорить о деле при лишних ушах. Да, месье.
Идите, ребята, я немножко занят. Жестоко. Внимание, запретная зона. Начнем с него. Готов ли ты предавать анафеме любую ересь, которая может восстать против святой католической церкви? Веруешь ли в истинное воскресенье? Так, и вот следующее. У нас появились дополнительные задания. Не должен сработать сигнальный колокол и убить из укрытия надо двух противников. Так, вот впереди сигнальный колокол. Так, осмотреться надо. Так, ну все спокойно. Сейчас постараюсь его вывести из строя, чтобы он уже точно не сработал. Будет крепнуть во славу Господа вера твоя, да обретешь ты благодать. Ну, вроде бы, кроме горожан, никто не заметил. Так, а вот и Сивер. Как говорится, на ловца и зверь бежит. Так, ну один охранник вроде бы как отошел. Да, но они остановились. Топорик такой не детский. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую? Хожу от оскорблений врага. Пошли. Хитрый гад. Не захотел идти дальше, пока не дождался охранника. Что еще? Надо бы посмотреть. Господа, что сотворил небо и землю,
И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и суди тяжбу мою с народом недобрым. От человека махнул рукой. И несправедливого. Давай сюда. Ну что ж, добро пожаловать в ад. Теперь все улажено. До него наконец дошло. И сколько? 30%. Хорошо. Что ж, победа близка. Богачи, конечно, лакомый кусок, но церковь убирала народ еще дальше. Если влезем в их сундуки, великий магистр оценит наши старания. Как скажете, месье. Так, мне пора, время не ждет. Теперь дело только за нашим божественным другом. Стой тут. Никого не пускай. Север, месье Ладуш, я пришел к королю нищих. За мной. Как грызутся крысы. Вот голубец. Придушить бы его. Ну, зачем меня было тревожить? Я был у дочери на... Что с вами? Слишком много шампанского? Себе, уходи! Кто сотворил небо и землю? Да, вот это лужа. Что там? И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже. Всем приготовиться. Что-то не так. Давай ближе подходи. Странно. Ну а в чем дело? Почему убийство из укрытия не срабатывает? Сотворил небо и землю. И приду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сел, пока не смотрит. От оскорблений врага. Пошли свет твой и истину твою. Доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. Помощь наша в имени Господа, что сотворил небо и землю. И подойду я к жертвеннику Божию, Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я седую? Да, ребят, честно говоря, не знаю, почему не срабатывает вот убийство из укрытия. Вроде бы как из укрытия делаю все. Не знаю. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня, ибо ты... Бог крепости моей. Для чего ты отринул меня? Для чего я сетую? Скажи, оскорбление врага. Пошли свет твой, истину твою. Да
доведут они. Так, один у нас наверху на балконе. На святую гору твою и в обители твои. Помощь наша в имени Господа, что сотворил небо и землю. И подойду я к жертву Божию, к Богу радости и веселья моего. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым, от человека лукавого и несправедливого, избавь меня, ибо ты, Бог, крепость моя. Для чего ты отринул меня? Для чего я сел я? Скажу от оскорблений врага. Так, ну давайте пообщаемся с ним, что он нам расскажет. Спасибо. Храни тебя Бог. Не за что, святой отец. Ну, я думаю, здесь такая же дверь, вот просто я смотрю, как же выполнить синхронизацию. Ну здесь все закрыто у нас. Здесь, соответственно, все тоже. Давайте попробуем, мало ли, возможно, можно как-то так подняться, благодаря умениям Арно лазить по отвесным стенам. У нас не веревки. Сюда-то мы заберемся. Вот как выше подняться. Дальше не хочет лезть. Так, ну здесь везде окна опущенные, ну точнее какие-то жалюзи на них.
Возможно, он из-за этого не может подняться по ним. А вот здесь уже что-то есть. О, замечательно. Так, и теперь нам надо попасть на ту башню. Да, красотища. Так, ну вот, друзья, часть 3, воспоминания 2, признание. Воспоминание завершено, награды у нас есть. Да, друзья, я только одно не смог, он не смог я выполнить, это убийство из укрытия. Я не знаю почему, оно как-то мне не захотело срабатывать. Ну ладно, не буду оправдываться, да. Так что, а мы продолжаем. О, нет, Декан, ты видишь? Что там такое? Тут епископ. Сервак сканирует. Абстерго вас ищет? Они близко. Вот черт. Откроешь серверный мост? Могла бы и не спрашивать. Еще пару секунд. Посвященный, мы откроем серверный мост. Бегом к порталу, пока тебя не засекли. Есть, пошли. Видишь теперь? Их не пропустишь. Переход с сервера на сервер Хеликс даст тебе еще несколько часов. Если нет, у нас проблемы. Ну, не у нас. Проблемы будут только у посвященного. Декан, ну не надо. Ох, не на тот дом я забрался. Я надеюсь, они меня подождут. Отлично, давай. Да даю уже, даю. Сигнал стабилен, супер. Ты за пределами главной симуляции. Это на время запутает Абстерго, но ты можешь наткнуться на неполный или битый код. Может, поэтому люди здесь не совсем материальны? Да-да, прям призраки какие-то. Вроде Париж, конец 19 века. Романтично. Но в другой раз. Сейчас тебе нужно прекрасная эпоха. Сквозного прохода не видно. Поищи путь под землей. Так, а вот и метро. Туда. Я
Я нашла проход через станцию метро. Да нет, это я нашел. Сектор нестабилен. Вроде бы сюда. Себе. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, быстрее, Арно! Ничего себе! С этой стороны хоть ничего подобного не будет. Вот ты. И выход нашел. Круто. Воронка энергии нестабильна. Мы не знаем, как она влияет на симуляцию. Что ж, тогда надо поспешить. Эти обломки, доски, конечно, да. Конкретно жизнь отнимают. Придется лезть на статую свободы. Она провалилась из другого периода. Французы уже должны были отправить ее в Штаты. Я попробую его придержать. До скорой встречи. Успели. Красивая статуя свободы. Это задание было, друзья, серверный мост. Воспоминание завершено. Ну вот, мы вернулись. Связь есть. Не всем везет после первого прохода через мост. Порой посвященные застревают в системе, и приходится отправлять кого-нибудь на помощь. Наш человек в ловушке на сервере прекрасной эпохи. Если ты не слишком устал, вернись на серверный мост и спаси его. Ладно, посвященный, за работу. Но это будет уже в другой части.